Всем привет, дорогие друзья, привет, подписчики, гости канала. Сегодня у нас вот такой вот флай, стандартная процедура. У нас вот в таком состоянии разъем зарядки. Сейчас мы его вскроем и будем менять разъем. Я позволил себе наглость уже выкрутить болты, так что тянуть время не будем и приступим. Болтов у нас нету, телефон уже до меня скрывался, пломба сорвана. Крышка у нас отстегивается, видим шлейф дисплея, судя по всему. Дальше шлейф тачскрина. Паяльник пока включу. Коаксиальник и шлейф боковых клавиш. Все. Теперь поднимаем плату и снимаем ее. Все, телефон разобран. Видим наш замечательный разъем. Вот в таком у нас состоянии. В отличном. Так, видим рядом две камеры. Тоже лишнее убираем, чтобы нам не мешало ничего. Потом поставим на место. И я вот уже смотрю, у нас вблизи разъема находится пластиковые элементы, и разъем у нас, в принципе, припаян так себе, я бы сказал. И уже думаю, флюс, бакуха наша, понадобится припой, механик, сплав розе. Будем розе снимать, потому что дуйкой не хочу плавить пластик, и надо нам разъем. Разъем. А вот с разъемом-то что-то у нас не густо. Сейчас я еще гляну. Ну да, у нас тут прям поверху стоит. Так, друзья, беда. Разъем у нас последний. И уже маленький подколоченный, потому что я его что-то переделывал. Не беда. Я думаю, сильно хуже он работать этого не будет. Поэтому стандартная процедура. Берем разъем и колудим ему брюхо вот здесь. Это чтобы брюхо у нас не разъезжалось вот в этом месте. Сильно толщина разъема это не повлияет, а на прочность очень сильно повлияет. Так, теперь мы берем, будем ему контакты. Будем контакты. Так вот он пролудили. Кстати, припой, флюс содержащий, если что. И теперь надо вот этот разъем нам снять старый. Так, стоять, чуть телефон уронил. Да, снимаю на телефон, кстати. Наносим флюс. Берем наш едкий сплав розе. Говорят, очень токсичный. Не знаю, пока не облез, только я им паяю, но еще не облез. Может быть, еще не вечер, в принципе. Пролуживаем сплавом розе все контакты, какие видим. Обязательно интерфейсные контакты, чтобы не вырвать их с платы. Пролуживаем. Можно также и с другой стороны платы нам пройтись розешкой.
хуже от этого точно не будет. Сейчас разогреваем разъем, чтобы он у нас сдвинулся. Видим, да? Разъем подниматься начал. И теперь мы его сюда спитываем. Угу. Все-таки один из контактов у нас ушел из пяти. Ну не беда. Сейчас мы его восстановим. Не проблема. Так. Что теперь? Этот разъем у нас на мусорку. Теперь надо оплетку и сосновую канифоль. Подмакиваем оплетку в канифоле и убираем остатки старого припоя и сплава розе. Нам они тут, в принципе, ничему. Как можно тщательнее, чтобы не оставалось розе, потому что потрескается потом припой, если мы розе здесь оставим. Также отсюда убираем и вот отсюда. Так, я такой единоличник, сам смотрю, главное, а вам не показываю. Как-то вот так. Так, теперь надо нам проводить надо нам вот эти контакты. Эти контакты проводить хорошенько. И вот этот вот, по-моему, сейчас посмотрю поближе. Да, и вот этот вот контакт надо проводить, потому что вырванная дорожка вот сюда идет. Все, так. Теперь очищаем остатки от канифоли сосновой. Берем нормальный чистый флюс и его наносим сюда. Так, все, флюс нанесли. Берем наш разъем, примерно его центруем так, потому что также не получится центровать уже как стояло, так как у нас разъем-то маленько закоцанный, я говорил. Прихватываем с одной из сторон, вот здесь прихватил я, и смотрим, что у нас тут по контактам. Контакты у нас тут не совпадают. Сейчас еще раз заново. Так, разъем прихваченный. Сейчас контакты более-менее у нас совпадают. Теперь пропаиваем остальные контакты монтажные. Так, маленько рядом залили контакт динамика, но не страшно, сейчас мы уберем
сейчас мы это уберем. Так, дорогие друзья, вот что у нас получилось. Видим наш новый запаянный разъем. Вот так у нас пропаялся. Да, некрасиво, но держаться будет, я думаю, и долго. Восстановил оборванный контакт с помощью однажильного медного провода. Убрал излишки припоя с контактов динамика. Сейчас соберу, подключу и проверим. Так, как вы можете видеть, телефон у нас собран. Загорелся логотип Fly. К сожалению, нету индикации никакой лампочками на дисплее, на корпусе. Но зарядка у нас пошла. Правда, потребление у нас не очень большое, порядка 330 мА, но это еще и кабель у меня, в принципе, такой уставший, так что может быть потери и на кабеле. Но тем не менее, телефон заряжается. Это очень хорошо. Все, будем телефон закручивать, собирать и отдавать клиенту. Вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Кстати, не забываем, что внизу в описании под этим видео есть ссылочки, по которым можно пройти и посмотреть, что на них. Там ссылка на группу ВКонтакте, также ссылки на некоторые товары к этому телефону. Всем спасибо за просмотр, пока-пока.